всем невероятно уникального дня. Экскурсии являются важной и неотъемлемой частью любого путешествия. Курорты Египта привлекают туристов возвышающимися на пустынных землях пирамидами. Странно было бы посетить французский Париж и не увидеть красоту Эйфелевой башни. Достопримечательности любого курорта мира заставляют с удивлением взглянуть на достояние нашей планеты. Но, как вы знаете, посетить те или иные места стоит денег. Вот мы и решили сегодня узнать, экскурсия в каком направлении является самой дорогой. Путешествие в самую бедную провинцию Доминиканской Республики. С января по март там проходит сезон китов, когда за величественными животными вы сможете наблюдать с расстояния 5 метров. Пальмы, лодка, киты и в обратной последовательности за 12 часов. Красота альпийских лугов, седовласые вершины вечных гор, непреклонные гранитные скалы и пьянящий чистый воздух. Все это великолепие вы сможете увидеть, заказав 6-часовую прогулку на чистокровных арабских или карачаевских лошадях. В увлекательном путешествии вас ждут горы Северного Кавказа. Если вы предпочитаете не иметь проблем со стражами порядка, но сгораете от интереса узнать, каково это быть заключенным, то тур «Ночь в тюрьме» – это возможность испытать, какова жизнь по ту сторону решетки. Днем вас ждет увлекательное время на свободе, а вечером вы вернетесь к суровой реальности в отеле-тюрьме. Полное погружение гарантировано, тут и тюремные харчи, и суровый разговор с тюремщиком. Кстати, посмотреть самые необычные отели мира можно, пройдя по ссылке в описании. Очки, варежки, шарф, и можно отправляться в путь. Вашему взору предстанут просторы швейцарских Альп. Для себя вы отметите энтузиазм собак и почувствуете единение с дикой зимней природой. Звонкий лай в ожидании экстремальной пробежки в упряжке подарит вам заряд бодрости и энергии. Увлекательное путешествие покажет вам силу и выносливость псов разных пород. Прокатиться по самым красивым дорогам мира за рулем эксклюзивной спортивной машины. Горные серпантины и долины – рай для тех, кто любит девственную природу. Устав ехать за рулем, можно оставить машину и отправиться в поход. По возвращению, если у вас еще остались силы, вы можете посетить выставку минералов, где собираются коллекционеры из разных мест и представляют свои удачные находки. Или же посетить фестиваль будущего, который проходит ежегодно в августе. Двухдневная экскурсия, которая подарит вам 250 секунд невесомости. Остальное время вас будут осматривать, инструктировать, подбадривать и доставлять на аэродром. Секрет невесомости состоит в том, что вас будут катать по кривой Кеплера во время перехода с горизонтального полета на восходящий или нисходящий. Вы 20 секунд будете висеть в воздухе, и так целых 10 раз. Экскурсия над Израилем на вертолете – это способ превратить ваш тур на Святую Землю в яркое приключение. Полет позволит совершенно по-новому взглянуть на главные достопримечательности страны, начиная от аэропорта над линией побережья, затем несколько кругов над раскопками, Иордан – новый и старый город, и далее в сторону Мертвого моря и над горой Мунтар, с которой сбрасывали козла отпущения. Также обещают покормить и напоить чаем среди живописных холмов. Возможно, это чаепитие тоже не бесплатно. Эксклюзивное швейцарское удовольствие подается как истинный мужской досуг. Зимой на дикого кабана, летом на дичь. Лицензия на охоту, услуги гида, проживания и костер входят в стоимость. За аренду снаряжения и экипировку придется доплатить. Если ваш тур слишком однообразен, почему бы его немного не разбавить и полетать на реактивном истребителе в течение 45 минут? По сценарию вы на сверхзвуковой скорости взмываете на высоту 18 км, 4 минуты любуетесь видом, спускаетесь ниже и, если запасы вашего энтузиазма еще не иссякли, выполняете фигуры высшего пилотажа. Уже 5 десятилетий люди летают в космос.
Национальные космические агентства США, России, Китая и Японии вдохновляют будущих астронавтов своими успешными миссиями. Воодушевленные искатели приключений отдают любые деньги, лишь бы осуществить свою мечту детства – полететь в космос. Экскурсия длится около 10 дней, из которых 6 вы проведете гостем на МКС. Обучение, подготовка и доставка багажа входят в стоимость. За выход в открытый космос придется доплатить, а вот сколько – это пока неизвестно. Конечно, это далеко не все туры, которые стоят баснословных денег. Например, путешествие в ту же Антарктиду будет стоить порядка 500 000 рублей. Мы попытались рассказать о самых интригующих турах на наш взгляд. Возможно, в будущем мы сделаем продолжение, ведь каждый день появляется что-то новое, и путешествие в разные концы нашей планеты не является исключением. Подписывайтесь и нажимайте на колокольчик для получения уведомлений. Также оставляйте свои комментарии и делитесь ссылкой данного ролика с друзьями. До новых невероятных встреч!